Всем привет! Сегодня в этом видео я покажу вам, как сделать вот такую бабочку. Можно сделать триколор. Ну что, поехали! Итак, давайте я вам покажу, что нужно взять, чтобы сделать такую бабочку. Итак, насос, ножницы и три шарика для моделирования 160 размера. Я взял темно-розовый, сиреневый и фиолетовый. Шарики эти я покупал в компании Браво, это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылку на сайт компании я оставлю в описании к видео. Поехали! Ну что ж, давайте начнем. Берем шарик фиолетовый, растягиваем его. Надувать его будем не до конца, необходимо будет оставить ненадутый кончик на 4 пальца. Оставили кончик. Ну и давайте начнем. Итак, в первую очередь делаем длинный пузырь на 5 пальцев. Сделали. Дальше пузырек на 2 пальца. Сделали. Теперь делаем 2 круглых пузырька. Сделали. Теперь длинный пузырь на 4 пальца. Сделали. Дальше идет круглый. Дальше делаем пузырь на 9 пальцев. 5 и 4. 9. Делаем скрутку. Завязываем. Вот что получится должно у вас. Теперь повторяем все. Делаем на 5 пальцев. Сделали. Фиксируем, убираем ненужное, итак, вот что у вас должно получиться. Ну что ж, давайте продолжим. Итак, продолжим делать крыло. Берем шарик сиреневый, также его растягиваем. Надувать будем не до конца, оставим ненадутый кончик примерно на 5 пальцев. Так, оставили кончик. Так. Берем, привязываем. Привязали. Теперь все пузырьки последующие у нас будут идти на 3 пальчика. Итак, отмеряем первый пузыречек. Дальше скруточки совмещаем, переходим на обратную сторону, также на 3 пальца делаем пузырек, и перекручиваем скрутку. Сделали. Снова идет пузырек на 3 пальчика. Переходим на эту сторону. Переворачиваем. Снова делаем пузырь на 3 пальца. И перекручиваем. Снова на 3 пальчика делаем пузырек. Сделали. Накидываем скруточку.
переходим на эту сторону. Также на 3 пальца пузырек. Перекручиваем. Продолжаем. Перекрутили. Снова отмеряем пузырь на 3 пальчика. Сделали. Скруточку накидываем сверху. Также пузырь. Сделали и делаем последний пузырь. Перекрутили, убираем лишнее. Готово. Теперь пузыри поправляем. Ну что ж, давайте теперь сделаем тело. Итак, для тела берем оставшийся шарик, растягиваем его. Надуваем его не до конца. Необходимо оставить длинный кончик на 9 пальцев. Теперь делаем круглый пузырь. Делаем пинчик. Делаем второй круглый пузырь. И второй пинчик. Теперь на 4 пальчика отмеряем длинный пузырь. Берем бабочку, прикладываем. Напротив пинч-твиста делаем скрутку. И перекручиваем. Сделали. Аккуратненько открываем. Выпускаем воздух. Оставляем пузырек примерно на 2 пальца. Завязываем, отрезаем лишнее. Теперь делим на 2 части равные, чтобы получились 2 пузыря. Перегоняем воздух в конец шара. Так, я перегнал воздух. Аккуратненько завязываем узелочек. Такие будут усики. Теперь остается только вставить их. Аккуратненько заводим. Вот и все. Вот такая получилась бабочка. Можно сделать бабочку вот такую, триколор.
А можно сделать вообще полностью одноцветно. Но это уже кому как больше нравится. Ну что ж, на этом все. Если понравились бабочки, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. До скорых встреч. Пока-пока.